часто спрашивают, сколько же я могу зарабатывать. Это товарный бизнес, и, соответственно, чем больше у вас товаров, тем больше вы будете зарабатывать. Если в вашем магазине только один товар, соответственно, вы будете зарабатывать определенную сумму. Но если в вашем магазине будет 10 товаров, вы будете зарабатывать в 10 раз больше. Поэтому поговорим на примере одного продукта. Один продукт – это вы запускаете один продукт, но в количестве, к примеру, 1000 штук или в количестве 500 штук. В зависимости от того, насколько этот товар дорогой. Чем дороже товар, обычно тем меньше его можно запускать. И наоборот, чем более мелкий товар и более дешевый товар, тем большее количество обычно запускается. К примеру, если продажная цена товара $15, а вы его купили на Амазоне, не на Амазоне, а в Китае за $3, тогда вы можете 1000 единиц закупить, и у вас будет товар на $3000. И наоборот, если вы купили товар за $7, вы можете в Китае за $7, а будете его продавать на Амазоне, к примеру, за $25, то вы можете заказать партию только из 500 штук. Соответственно, будет закупка товара на 3500 в самом Китае. Итак, мы поговорим о стратегии Private Label. Итак, мы говорим о стратегии Private Label. То есть это когда вы брендируете свой товар и говорите своему поставщику, чтобы они нанесли ваш бренд, ваш логотип на всю партию товара. Итак, Private Label – это товарный бизнес. Чем больше товаров, тем больше прибыли. Через сколько вы начнете получать первую прибыль? Через 5-6 месяцев. Почему так долго? Потому что это производство реального товара. И когда вы с китайцами общаетесь, то у них нет в наличии уже готового товара. Они производят товар под вас. Итак, первый месяц – это поиск ниши, то есть в какой нише мы будем продавать, переговоры с поставщиками и оплата товара. Второй месяц – производство товара. Третий месяц – это доставка морем из Китая в Америку на склад Амазона. Еще один месяц нам потребуется прохождение таможни, приемка на склад Амазон. И, к примеру, мы планируем за 2 месяца продать всю партию. Вот и получается, что у нас 6 месяцев. Сколько нужно вложить? Реалистично, если вы сделали все правильно, 10% от вложенной суммы на 6 месяц. То есть, если вы хотите заработать чистыми $1000, вам нужно вложить $10000. И, соответственно, если вы хотите заработать $10000 чистыми в месяц, вам нужно вложить $100000. Но если вы гений, можно, конечно, зарабатывать и 20% от вложенной суммы. Тут вам нужно умножить на 2. Но вы должны понимать, что вы можете и потерять деньги, потому что это обычный бизнес. И я вам советую запускать сначала тестовую партию. Сначала, даже если у вас достаточно много денег, возьмите просто какую-то сумму, которую вы будете понимать, что это будет обучение. Первый товар – это всегда обучение. То есть вам нужно будет, даже если вы всю информацию изучите, вам нужно на своей шкуре проверить всю цепочку поставки и продажи от вложения денег до вывода этих денег. Соответственно, пройдите этот путь. Сразу на всю сумму не закупайте товар. Купите сначала на какую-то маленькую сумму денег. Там на $3000 или на $1000. Ну, то есть на ту сумму, которую вы можете, в принципе, не переживать за эту сумму. Поймите, как это все работает, и потом уже потихоньку начинайте вкладывать больше денег. Обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы я больше снимал интересных видео по Amazon бизнесу. Комментируйте это видео, я буду отвечать вам.